В начале 2020 года новоселами дома на Гомельской улице Оськина станет многодетная семья Болдовских. Ольга, кстати, не ожидала, что с момента постановки на учет, это было в августе, до появления вариантов жилья пройдет так мало времени. Уже в сентябре Болдовским предложили строительство квартиры. Высотка почти построена. Семья будет жить на 6-м этаже, а пока приходится тесниться в родительском доме на Радищево. Для Болдовских досрочное использование семейного капитала – спасение, ведь кредит они получат в размере 71 тысячи. А стоимость трешки на 80 метров – 81. За 13 лет семейной жизни это будут их первые собственные метры. Очень быстро позвонили в сентябре месяце, мне же предложили варианты строиться. Предложили несколько вариантов. Ей был выбор, из чего выбрать. И мы выбрали этот дом наш, и потому что мы вообще сами живем в Новобелице, любим наш район. И поэтому предпочли, конечно же, остаться все же здесь, в собственном жилье, которое будет в этом же районе. Старшей дочке Вике родители пообещали выделить отдельную комнату. Пока приходится делить ее с бабушкой. Ждешь? Да, очень. А что ты ждешь больше всего в собственной квартире? Свою комнату, скажи, просторную, да? Это да. Да, это светлую. Это будет хорошо. А сейчас ты с кем в комнате живешь? Так одна, а когда бабушка приезжает, с бабушкой. Бабушка, в основном с бабушкой, да. А так тебе мама обещает, что у тебя будет своя комната? Да. А младшие будут жить вместе в другой комнате, да? Да. Кстати, одна из причин, по которой многодетные семьи иногда не соглашаются на жилищное строительство – отсутствие средств на погашение кредита на так называемые лишние метры. С января на эти цели можно будет тратить семейный капитал. Таким образом, количество многодетных семей, которые ранее не могли решить жилищные вопросы, должно снизиться. В прошлом году для этой категории граждан построили почти 1800 квартир. В этом году свыше 2000. Столько же планируют и в следующем году. На сегодняшний день у нас с 5200 нуждающихся в улучшении жилищных условий, улучшают жилищные условия 2600, а 2700 не улучшают пока жилищные условия, по такому 1346 примерно отказываются. Цифра эта меняется, она плавающая, потому что условия разные. Значит, остальные будут включены в следующем году. Практически всех многодетных семей во всех районах опросили. Некоторых не устраивает район. У некоторых сегодня нету средств для оплаты за лишние метры. Некоторые сегодня уже имеют жилье, там не хватает примерно 20-30 квадратных метров, и, естественно, у них нету таких денег, чтобы заплатить. У некоторых не совсем благоприятная кредитная история, потому что они много кредитов брали на социальные расходы всякие. В связи с этим банки не всегда идут на открытие кредитных линий. Еще причины есть. Но я думаю, что одна из причин, самая главная, которая сегодня недостаток финансовых средств, она с 1 января должна решиться, потому что вступит в силу указ 345, который в сентябре принят президентом, о разрешении использования семейного капитала досрочно. В том числе этот капитал будет использоваться и на строительство, реконструкцию, покупку жилых помещений для многодетных семей. Высотки для многодетных строятся в Гомеле и каждом райцентре. В сельской местности есть вариант улучшить жилищные условия не только путем индивидуального строительства, но и купив недвижимость на вторичном рынке. Прорабатывается вопрос и предоставление жилья из фонда коммунального имущества. Многодетные семьи из сельских населенных пунктов также могут участвовать в строительстве квартир в райцентрах. В Гомельской области до конца 2019-го достроят 9 высоток для многодетных семей. Марина Джалая, Валерий Гопанько. Новости недели.